Зритель, ты, может, и не ждал, а я тут решила пожрать на камеру. Хотя у меня уже есть пара роликов, чтобы пожрать на камеру, но у меня так получилось, что я есть сажусь только сейчас. До этого у меня тоже была еда, но как-то не случилось. Ну, в смысле, это там был обед, потом я готовила поесть. У меня тут в медленной варке тушеная картошка на завтра делается. Там, наверное, слышно, как курица допекается. У меня тут есть гречка с грибами-лисичками, с луком. Гречка с лисичками, с луком и морковкой. А еще со сливочным и подсолнечным маслом. Сейчас я ее сюда положу. Только в 9 вечера и есть, подумаешь ты, да? Но если за весь день ел только один раз, потому что лежал с мигренью или спал, то как-то это. У меня тут есть соевый соус. Я просто как бы вообще это спонтанно гречка с грибами. У меня были грибы, я думала пожарить картохи. Потом подумала, может, этот сделать гречку в ковшечке. Ну, в небольшой кастрюльке. Потом подумала, может, гречку соединить с грибами. А потом что-то у меня это государство вспомнило про меня, закинуло мне денежную эту социальную выплату. Аж 1800. А я тут в камеру-то вложилась, а так, не подумав, что еще мне как-то месяц жить. У нас там снег тает. И, короче, осталось почти без денег. Ну, так вот, и тут мне деньги от государства падают, социальная выплата, про которую я совсем забыла. Я думаю, надо купить мясо. Я купила себе любимый свой набор, давно не покупала, чахохбили. Для чахохбили, вот эта курица там, порезанная такими хорошими кусочками. Чуть меньше килограмма, я половину, 4 кусочка в карри. Давненько не делала курицу в карри. В карри с розовой солью фига, пакет до выпечки. Вот она-то еще минут 7 так допекается. Купила себе немножко винограда. Пару бананов. Да, без фруктов я не могу. Ты, наверное, уже заметил. Только зеленый виноград, пара бананов. Бананы можно потом с этой добавить в смузи и сделать с тыквой. Мне очень хотелось какую-нибудь булочку, но моих любимых пальчиков не было. Но был, тоже иногда покупаю рулет с маком, атрус. Вот, буркнуло. Можно будет скоро достать курочку оттуда. Ну и вот как-то. Сметанки еще купила себе, небольшой кусочек сыра ламбер, сыр плавленый, жаворонки. Шиканула. А потом я что-то это подшабашила 700 рублей себе. Сколько потратила? Ну, примерно чуть больше, чем около 800 рублей потратила. А потом еще 700 рублей заработала. Можно жить. Ну, я как бы еще это... Залезла в морозилку глянуть, есть ли у меня там какой-нибудь намек на мясо. Оказался скулак, кусок какого-то сала с легкой прослойкой мяса. Я его в микроволновке разморозила, разрезала и поставила тушиться с картошкой. Если ты рядом ходишь по грибы, по ягоды, то у тебя, возможно, в холодильнике или в морозилке есть какие-нибудь лисички. Ну, в смысле, грибы. И ты можешь вот так же сделать гречку с грибами. Я сначала сделала, как пожарила их на сливочном и подсолнечном масле. Сливочное масло где-то 2 трети столовых ложки. У меня как-то вышел кусочек. Белая соль, кажется, была немножко еще добавлена. Лук, морковка, грибы. Под крышкой жарятся. Периодически мешаешь их. Потом фигачишь туда гречку. Подливаешь туда еще воды. Я гречку делала совершенно на глаз. Дала. Ну и воды столько же. И даже по времени я как-то не заметила. Потому что я попутно что-то еще делала. Так просто через прозрачную крышку смотрела на эту гречку, смотрела, а, да, вот надо немножко помешать, на, еще там вот еще чуть-чуть оно постоит. Потом я ее выключила, и она под крышкой еще минут 7, наверное, стояла у меня. Доходила. Я подумала просто сначала одну курицу, а думала, грибы куда. Потом подумала гречку с грибами. Думала, блин, и мясо охота. Я вчера что-то помирала в очередной раз. А тут у нас еще все течет, все меняется. Ну, в смысле, это зима, но какая-то она талая сегодня. Вот теперь там внезапно
Меня с этой переменной погоды колбасит. Колбасит еще по некоторым другим причинам. И все это вместе требует мяса. Плюс у меня вчера получилось так, что не было готовой еды почти никакой. А какая была, внезапно умерла. Ну и я так как-то ела все, что под руку попадется. В итоге где-то вечером варила овсянку. Частично на молоке, частично на воде. С медом потом. Ну, уже мед добавляла. Сначала положила этого сливочного масла кусок, а потом уже мед в саму тарелку. Я поняла, что хошь не хошь, а надо мясо. Ну, а чтоб как-то дотянуть до 12 февраля, когда пенсия придет. И при этом как бы и мясо есть, но и не шиковать. Ну, в смысле, дотянуть как-то. Я же еще молоко покупаю. То я решила порыться, что у меня в морозилке. Думаю, ну, хоть чего-нибудь да есть. Вот, ну, нам тыкву, допустим, можно смешать с пшенкой, добавить молока. И сделать кашу. Грибы, допустим, можно поесть гречкой. И грибы из морозилки наконец-то достанутся. И гречки пожую. У меня там как бы куплена была гречка. Там может еще на пару раз есть. Может быть еще где-то гречка лежит, не знаю. Но как бы и запасы поджираются, и место освобождается. Что-то там, видать, какой-то кусочек зажарился совсем. И сейчас на дубу так треск. Хотя я его вроде мешала. Во! Тарелка гречки уже захомячена. Сейчас надо будет курочку достать. Пока я рублюсь. Не успела я курочку достать, как к нам пришло животное. Я еще себе греки положила. Я надеюсь, она готова уже. 40 минут все-таки фигачилась. Примерно на 190 градусов. В этот раз я пакет продырявила, чтобы не было бэх. Я хотела сначала 3 кусочка делать, а потом вспомнила, у меня же есть кошка. Если с ней поделиться, то мне будет мало. Сейчас дам, там все равно горячо. Да, она все хорошо сделала. У меня паника курочка. Вон там кусок курки отвалился, сейчас я тебе его дам. Если подсыплю. Только он горячий, кошка. Кошка, а ты где? Видишь, я говорю, что он горячий. Я сейчас второй кусочек себе достану, он подостынет. Я буду есть, и тебе тоже дам. Это можно пока микроволновку убрать. Вот она, моя гречка с грибами и курочкой. Думаю, можно немножко соевого соуса капнуть. Последний раз, когда я запекала голени куриные, что-то я как-то их поела так, от безысходности. Ну, не вшли они. А сейчас вот я чувствую, что оно мне вот прям хочется. Ну, вот такое вот прям. Вот прям-прям. Кошка, смотри, шкурка. Ты что, ту-то горячую? А, нет, еще не съела. Я думала, уже слопала. Того, что горячая хоть вроде. Мягонькая. Не переживай, зритель, ей мясо достанется. Там вторая часть подостынет. И если что, я отщипнусь, и тут у меня не отожмут.
Нежная мягонькая курочка. Ну, уже жрём. Гречка сочетается с соевым соусом. А еще со смениной, которая тоже сочетается с соевым соусом, а еще есть такие макароны японские, которые соба гречневая. И они, соответственно, тоже с этим сочетаются. Грибы с гречкой внезапно сочетаются с соевым соусом. Несмотря на то, что только гречка вроде с ним сочетается, но, видимо, грибы тоже. Вкусно. И курица с ним сочетается. Кусочек лисички, я так смотрю, думаю, блин, косточки кусочек, что ли, от курицы отломился, думаю, так это же лисичка. Я сначала думала сварить на лисичках суп, там этих лисичек кот насрал, в смысле мало. Да и на пожаре потом только на раз. А потом взяла и сварила суп, вспомнила, что у меня есть бульон куриный. На куриных башках. Я в этот раз делала со всем, с лавровым листом, с чесноком, луком, гвоздичкой, перчиком, горошком. Потом это все, соответственно, процедила. Так вот, на этом бульоне от куриных башек я сделала себе такой типа суп-пюре. Ну, не совсем. Я сначала хотела суп-пюре сделать, а потом поняла, что... Ну, добавила сначала этой, закинула тыкву, уже измельченную. Укроп у меня там был какой-то. Так, выглядит вкусно. Думаю, надо еще капусту добавить, а капуста, она была просто мелко порезанная. Ну и еще тыкву добавила, потому что у меня кусок еще был тыквы, надо было его измельчить. Да. Ни в чем себе не отказывай, как говорит одна моя подружка. На этот платочек. Ну и грибы, они вроде как бы типа белки, да? Белок. Так-то можно было бы и без мяса обойтись, но с мясом еще вкуснее. Но ты, зритель, если бы тоже попал в такую ситуацию, что потратил деньги, не рассчитав свои расходы, еще где-то месяц жить, на что-то надо. Да и что? Угу. Но у тебя есть гречка, допустим, грибы. Я еще, когда с купе доставкивала свои рецепты, обнаружила рецепт, кажется, я так делала. Котлеты из гречки. Когда гречки много осталось, сварилось. Там морковка, что-то еще. Так вот, можно из гречки делать котлеток. Такое типа постное блюдо. Можешь гречку с грибами сделать. Практически веганское блюдо. Можно вместо гречки, наверное, какую-нибудь перловку использовать. Да. Бич, кошка, тебе досталось мясо еще до того, как то остыло. Вообще, еще вчера перепало мясо. Добрый родственник выдал. Говорит, там кошки твои мясо есть. Мне так получилось, что она вчера, я думала, это и мясо на пару раз отделить. Мясо отжало у меня это мясо полностью.
Попила еще, поела чего-то. И поела в итоге больше, чем хотеть. А как такое возможно, а? Кошка, я тебе не дам, тут кусочек острый, можешь обдолбаться. Я тебе лучше потом что-нибудь еще дам. Так, надо этот, полотенечком каким-нибудь лапы вытереть. Это называется, кто-то очень хотел есть. Может, я сейчас думаю, еще надо гречки положить. Давай я тебе кусочек вот этот дам, и ты от меня отстанешь. Сейчас я еще гречки положу. И вот я снова с гречкой. Там еще совсем чуть-чуть осталось. Я что-то оставила это чуть-чуть. Надо еще немножко соуса положить. И кое-кто уже на окно проскочил. Жук навозник. Давай я спокойно поем. На окне там всякого всего наставлено сейчас. Я понимаю, что тебе хотелось бы там посидеть, но может ты лучше на полу поторчишь. Гречка уже слегка подостыла. Зато мяса еще нет. Так-то можно было взять ножик и поцивильнее делать. Но уж как вышло. Тут какая-то жилка. Завтра, надеюсь, я буду более живой и смогу и попереводить что-нибудь, и помонтировать, что у меня там накопилось. На, целый кусок с мясом. Что смотришь, что иди ешь. Знаешь, если бы я знала, что ты не будешь есть, я бы сама съела. Попёрлась сожрать. Все, Котя, другие два кусочка на завтрак. На стол не прыгай. Ты же полотенцем по воздуху шарахнул. Пынц, валяй сюда. У меня в этом году так получилось, что картошка с садового урожая, ну, с прошлого года. Все еще есть в холодильнике. Я не помню, в прошлом году так же было или уже совсем ничего не было. Так-то бы взять какой-то кусочек хлебушка. А можно взять ложку. А можно угостить кошку. Сейчас я чаю налью. И вот я снова тут. У меня тут угреческое молоко.
Я тут купила чисто его для этого, для сравнения цены. Мне интересно было, почему, сколько оно стоит в этом мясном ряду. 66 рублей за килограмм. Я так понимаю, килограмм это не совсем литр. Ну, в общем, 66 рублей за эту коробочку, 2,5% жирности. Но тут хотя бы нормально, просто молоко не нормализованное и обезжиренное или еще какая-нибудь хрень. А вот просто нормализованное обычное молоко. Без всяких смешаний непонятно с чем. Вкусное, короче, хорошее молоко. И порошковый китайский зеленый чай. Ну, он как бы типа японский, но он, по-моему, дофига просроченный. И когда в Россию уже пришел, наверное, я не знаю, какой век был. Но с молоком его нормально. Он у меня что-то стоял так это, не шел вообще, а тут внезапно пошел. Я, конечно, понимаю, что надо бы это порезать. Но давайте кому-нибудь попобольше доставим визуальную. Я носом ткнулась, кажется, в перку. Маковый. У меня вообще как бы есть мак. И даже дрожжи можно сделать бы как-то какой-нибудь пирожок. Но что-то меня на пирожки дело не тянет, а вот на какие-нибудь мармеладки жирейки тянет. Я прям так буду. Тут же все свои, никого нет. Если бы у меня кто-то был в гостях, я бы его распилила. Этот от 18 января, то бишь сегодняшний. Там был еще вчерашний. И вот был вчера, ну, было вчерашнее там много с маком сверху. Пальчайцы такие. И сегодняшнее также. А этот тут, он был такой бледненький, что-то внезапно он мне именно захотелся. 40 с чем-то, ну, наверное, 41 рубль. Или 40 рублей 99 копеек, как-то так. Что-то он типа якобы по скидке шел. Не знаю, как он стоит, может так стоит. Мне кажется, даже он чуть дешевле стоил, но по новой цене он типа по скидке. Я сейчас возьму досочку и отрежу себе. Ой-ой. Случайно задела стол. Лёля, ты слон. Соус пока можно убрать. И вот чую, после вот этого хавчика я пойду спать. И у меня на один ролик будет еще больше на монтаж. Просто что-то поуже удобнее есть. Я сегодня как проснулась, мне голова болит. Я полежала, мне кто-то там пишет. И у меня голова болит. Съешь таблетку. Я съела анальгин. И обратно легла. И отрубилась. А у меня сейчас ногти помимо вот этих двух. Ну, сначала этот пришлось обстричь, там что-то так это. Хоть я его подпиливала. А потом он раз так слегка обломился. И этот я в итоге просто подстригла, потому что он тоже как-то того. Один я подпилила. Ну, короче, у меня ногти все кроме... А вот этот, наверное, нет. Но более-менее ровные. Длинные, кроме указательных пальцев. Прям так и хотят. АСМР нам. А еще там кто-то в комментах написал, что
обзор этого Ивановского журнала можно было полистать просто без шепота. Я думаю, что вот тогда просто еще и раз полистать без шепота уже. А потом пустить расход, ну, в смысле, там, картоху почистить на нем, еще что-нибудь. Он как бы октябрь 21 года уже, прошлый век. Цены там наверняка уже другие, продукция, скорее всего, тоже. Ну, как-то вот у меня получилось, а вовремя его не обозреть. Еще, насколько помню, я тогда посылку от подписчицы получила где-то в конце лета 21 года. А журнал был, ну, как там это, на сколько-то месяцев вперед. Тогда этот Эйвоновский каталог. То есть в августе уже был октябрь у них в Эйвон. Надо сколько раз. Надо еще налить. И молока еще добавить. Ох. На завтра в итоге у меня есть суп типа, ну, между щами, непонятно чем. Суп с тыквой и капустой. А. Там еще семена чая есть и что-то еще. В общем, у меня есть типа щи, два куска курицы, горсточка гречки, я думаю, кошке ее положить потом. И тушеная картоха. Я уже хочу овсянку на завтрак сварить. У меня еще там смузи есть, тыква с чем-то там. Ну, где-то чашка. Просто у меня был кефир, чтобы парни, на закваске с семенами чая. А еще был кусочек тыквы такой. Ну, как бы я собиралась ее измельчить. А потом думаю, блин, я же могу ее залить кефиром. Что-то еще туда каких-то ягод кинула. И вот смузи. А еще сырая тыква в виде такого, ну, как бы пюре, как разбодяжили соком, в смысле с водой. Пюре тыквенное залили водой, немножко размешали такой типа сок. И добавить туда чайную ложку меда. Это, короче, сырая тыква с медом вкусно. Я что-то поняла, что печеная тыква мне как-то не пошла, ни в смузи, ни так. Печеную тыкву хорошо там с какими-нибудь специями. Или со сладкими специями, ну, в смысле, как вот сладость там с мёдом, с какими-то определенными специями. Как десерт, короче. А так в смузи или просто в каком-то сыром печеном виде, какая-то не такая. Ну и в кашу лучше добавлять изначально сырую тыкву. Вот пшёнка, молоко, сырая тыква. И все вместе варить, чем уже готовую. Что-то в этом году я как-то больше прониклась к сырой тыкве. У меня даже в холодильнике есть один тайкун с садом.
И 3, по-моему, редисины. И, по-моему, они даже еще меняемые. Ну как, у меня тогда оставались вот эти, я хотела их до Нового года схомячить, но у меня случился гастрит. И пришлось не есть вот этих острых штучек таких, ну салат уже такой не поделаешь. Ну, оно лежит. Я сегодня, когда картоху доставала из холодильника, из нижнего ящика, смотрю, у меня там есть дайкон. И это самое. Редиска, надо делать салатик с ней на днях. Не поверю, зрители, я сейчас отрежу себе еще. У меня там батарея была на 1.5 часа. Но я надеюсь, что не 1.5 часа же ем. Сейчас я на Соньку пишу. Я хотела сегодня прогуляться, но когда проснулась, поняла, что я вся такая вареная и болит голова. А после того, как села на гин и проснулась снова, поняла, что уже как-то поздно куда-то велить. И в приоритете надо своих пожрать. Может, это вот так делать? Одну сдвинуть сюда. Другой поставить сюда. Ой. У меня там в большой кастрюле лежит лук. Я лук сегодня перебирала, и там некоторые луковицы уже того, я их выкинула. А некоторые такие, но их можно сварить, процедить и окатить в голову. Наверное, я еще кусочек отрежу. Интересно, сколько тут изначально грамм было? А, 200 грамм всего лишь. Ну, блин, я уже думала, тут этот, дофига. А это оставим на завтра. У меня, конечно, есть варенье, желе, ну типа как мармелад, но ближе к желе, самопальное. Сухофрукты всякие, шоколад сапобали, но вот что-то шоколаду вообще неохота. Так-то можно его взять, переплавить, добавить молока и сделать из него молочный шоколад. Что-то, блин, как-то горячо.
Что-то, кажется, я это... наелся. Чай с молоком потом допью. Так, зрители, я надеюсь, ты тоже похавал. Спасибо, если ты осилил до конца. Если ты хочешь поддержать мои начинания или возместить мне мой вклад в новую камеру и канал, то вот здесь будет облачко, тут будет написано «Задонать Лёльке вот туды-туды или туды». Если ты хочешь поддержать меня на Бусти, как 3 человека, то можешь подписаться на хавчики. А можно на эти, на СМР. Больше, как бы это, поддерживать меня СМРно. Ну или это, можешь еще на что-нибудь такое для меня сделать? Мы с кошкой будем тебе благодарны. Ну и...